Так, ну сьогодні у нас передача «Бути татом і бути чоловіком». Людмила Олегівна в зеленому костюмі, такому там пристроїлася. Як ви зрозуміли, ми опять приїхали на картинг. Лука дуже давно просив, уже пройшло багато часу, як ми були останній раз тут. Тому сьогодні трошки поганяємо. Мама каже, що то мені не дуже це все подобається. А нам з Лукою подобається, правда? Так. Да. Готов? Так. Да. Давай, скоро будемо робити відео. Катались, все хорошо. С кармана выпал телефон. И поэтому Андрюха сейчас вообще с тетей Людиным телефоном пришел успокаивать нервы к морю. Ну, телефон починили, слава богу. Слава богу, нашелся бэушный экран. И быстренько починили. Еще жду, пока клей засохнет. Лукася спит, приехал после службы. Что хочу сказать, как это круто, когда ты стоишь на службе, у тебя нету в кармане телефона. Ты первый раз за все время можешь спокойно помолиться, тебе ничего не мешает. Извиняюсь, мешаю Луке, всем спокойной ночи, братья и сестры. Был веселый день с искушениями сегодня непростыми. Скоро будут интересные новости. Буду рассказывать, поэтому на связи.